Ну, парни, я вас поздравляю с уже гарантированным проходом в плей-офф. Ожидалось, что игра будет очень-очень легкой, но несмотря на счет, мне показалось, что у вас были небольшие проблемы в игре. С чем связано? Это была расслабленность или что-то у вас не получалось не поэтому? Ну, у нас нет больше половины состава сегодня на игру. Так получилось, что многие ребята не смогли приехать. У меня первый матч после операции, Егор тоже больше после тяжелой травмы. Мы сегодня вышли, можно сказать, в качестве разовой акции. Я, например, еще долгое время не появлюсь. Но несмотря на то, что у нас приехали не все ребята, мы смогли показать футбол, я считаю, достойный. И одержали уверенную победу, обеспечили себе уверенное первое место в группе. Получилась такая очень силовая, очень жесткая игра. Я видел, что вы много спорили с арбитром. Что вас конкретно не устроило, в чем были проблемы? Да я не видел, чтобы мы на самом деле много спорили. Я бы сказал, что легион больше спорил. Но нас на самом деле все устроило. Мы вообще не ожидали, что такой счет будет. Мы думали, что регион все-таки военный, нам будет тяжело играть одной пятеркой, но как-то оказалось более легко. Вы представляете примерно, кого бы вы хотели увидеть в качестве своих первых конкурентов в плей-офф? С кем бы вы хотели сыграть? До какой стадии хотели бы дойти? Ну, я считаю, что в плей-офф нет слабых команд. Я считаю, поскольку мы вышли с первого места, мы окажемся в одной корзине с командами, с которыми уж точно не хотели бы попасть на раннюю стадию плей-офф. Например, с кем? Ну, я считаю, «Союз» очень хорошая команда, которая будет претендовать на то, чтобы выиграть этот кубок. «Раджан» и «Ингалан». Ну, в принципе, все фавориты, которые всегда являются фаворитами в таких кубках. Не, у меня на самом деле есть две команды, на которые я хотел выйти. Это вот «Полюс Сейнс», который сейчас будет играть, потому что старые друзья с нашего дивизиона. И я бы хотел сыграть с «Дружбой», все-таки вернуть им обраточку за зимний кубок.